Боксеры 99-го года рождения. Это уже юниоры. В красном углу ринга Кривенков Иван, город Тобольск. В синем углу ринга Щукарев Никита, Муравленко. Город, поселок Муравленко. В красном углу ринга Иван Кривенков. Весовая категория до 64 килограммов. Это предпоследний финальный бой на сегодня. Щукарев, Муравленко. Муравленко. Ямало-Ненецкий автономный округ. Рефери в ринге. Судья всероссийской категории Мухаметшин Хаким. Бой начался. Ну что, Кривенков Иван уверенно поддавил соперника, зажал его в углу и пытался атаковать. Но пока безрезультатно. Пока силы свежие. Боксерам все удается и защищаться, и атаковать. Щукарев Никита пытается контратаковать. С переменным успехом идет бой. Пока удары не доходят до цели. Все в защиту попадает. Щукарев Никита повыше на пол головы. Так что Кривенкову остается только искать счастье в ближнем бою. Так, бой остановлен. Так, выпала капа. Боксера синего угла. Маленькая пауза. Так, все, бой продолжается. Продолжается в той же манере. Кривенков атакует, Щукарев защищается. Появились первые целенаправленные удары обоих соперников. Так, рефери останавливает бой и отсчитывает нокдаун боксеру синего угла. Видимо, Щукарев пропустил удар в корпус. Бой завершен. Вот так. В синем углу решили не продолжать бой. Церемонию награждения проводит председатель Думы Увадского муниципального района. Сняли Юрий соперника. Олегович Святскевич. Сняли своего боксера. В этом бою техническим нокаутом. Да, ввиду явного преимущества, объявляют победителя. Иван Кривенков. Кривенков Иван, Тобольск.